Дорогой Борис Борисович, время пошло значительно быстрее, чем я предполагал. Видимся мы все реже. В былые годы мы чаще встречались. Тем не менее, я очень надеюсь, что в этот день у тебя все хорошо, насколько может быть хорошо в нашем возрасте, что ты юн душой, мудр умом и по-прежнему жив и весел. Я тебя очень люблю и желаю тебе всего, что ты сам себе желаешь. Вечно твой, Андрей.